Живи активно, мысли позитивно. Девиз участников Центра активного долголетия. Сюда приходят пенсионеры, которые хотят быть похожими на вечный двигатель. Никогда не останавливаться. Здесь найдутся занятия для души и для тела. Можно освоить новый навык, а можно заниматься привычным делом. Обзавестись новыми знакомствами тоже можно в этом чудо-центре. У нас проходят оздоровительные мероприятия. Это гимнастика, йога, кинезиофитнес, скандинавская ходьба. Сейчас они посещают 2 раза в неделю бассейн. Вот. Также у нас творческие коллективы есть в центрах. Потом арт-терапия. Это художественное, ну, рисование. И у нас занимаются специалисты вокальной группы и хореография. За 2 года существования центр на Артема 7-59 осчастливил десятки пенсионеров. Сейчас на занятия ходят около 70 человек. Галине Беловой 80 лет. В центре долголетия она активный посетитель. Ходит на танцы и гимнастику для развития тела, а на занятия к психологу для мозговой активности. Энергичности Галины Тимофеевны позавидуют даже молодежь. Я хожу сюда, потому что хочу быть подольше активной. Здесь все есть то, что мне нужно. То есть продолжение моей прошлой, как бы вот. Здесь есть хор, здесь есть танец, где я гибкость свою продолжаю. Здесь есть 2 психолога. Они разные, у них направления. Один вот, чтобы у нас головушки работали. Всякие там, ну, отгадываем, мы слова составляем, отгадываем. А другой у нас больше теории, вот психолог. Теперь я хожу на оздоровительную гимнастику. Вот. И здесь мы, здесь все потребности наши как бы включены. Центр помогает не только оставаться здоровым, но и жить как можно дольше без ограничений, связанных с возрастом. Есть обучение компьютеру и смартфону, час добрых дел и день вопросов и ответов. Особые успехи люди серебряного возраста делают в рисовании и стихосложении. В долголетие поспешите, и здоровье получите. Здесь и танцы, и цигун, есть и психолог, и йога. Для здоровья всем подмога. Приходите, не стесняйтесь, занимайтесь. Также посетители готовят программу каждому празднику, сами создают декор и костюмы. Руководители центра признаются, что посетителей становится с каждым днем все больше и больше. Стать частью долголетия может любой желающий пенсионер абсолютно бесплатно. Светлана Карпухина, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.